Не рывками, а так очень спокойненько. Вот вертолёшка моя, то постарались любой. Если отпускаете, тоже очень любой отпускайте. Подождите, очень тонкий одно вот такой. Надо еще немножечко пройти вот сюда. И опять вот эту вот стороночку. Домушка получилась. Я потом и риск, у вас уже пальчики, я чувствую. Водички мало, поэтому она так вот бегает. Хорошо, все нормально. Донышко есть. Теперь две ручки вот так. И сжимаем вот эту верхушку в такой тонус.